Талант Юргу – ежегодный конкурс, который помогает студентам-первокурсникам воплотить идеи и реализовать свои таланты. Его цель – дать возможность студентам показать свои творческие способности и стать частью коллективов Центра творчества Южноуральского государственного университета. Ну, во-первых, нам всегда, у нас в Центре творчества достаточно много коллективов, и для того, чтобы в эти коллективы привлечь новых студентов, которые первокурсники, вот впервые пришли, многие ведь не знают, что можно куда-то записаться, где-то начать заниматься. А кроме образовательных процессов, Южноуральский государственный университет предлагает еще и дополнительно, то есть можно ходить по факультативам там или в тех кружках, заниматься в тех коллективах, в которых ты до этого занимался, например, пока ты ходил в школу. Но для того, чтобы руководители увидели, познакомились и вообще узнали о новых талантах, традиционно устраивается вот такой вот фестиваль, можно так сказать. Традиционно фестиваль проходит в несколько этапов и начинается с отборочных туров по направлениям: хореография, конферанс, художественное слово, вокал и вокально-инструментальное исполнение. Я несколько лет занимаюсь вокалом и очень интересно испробовать свои силы, так скажем, в бою. Это миллион килограммов с плеч просто снялись, и очень легко сейчас на душе. После выступлений участникам персонально давали рекомендации по улучшению номера. С решением жюри первокурсники смогли ознакомиться в этот же день в группе фестиваля ВКонтакте. Достаточно интересное мероприятие, где собираются, я так полагаю, все талантливые люди. У кого-то получается проходить, у кого-то нет, но тем не менее все что-то пытаются сделать, и это очень мотивирует на дальнейшие действия. Конкурс «Талант Юргу-2023» пройдет 6 октября, а в финальный день 9 октября состоится гала-концерт и награждение самых активных и творческих первокурсников.